Привет, привет, Овны. Это расклад для вас на неделю с 26 февраля по 3 марта. Будем смотреть с вами, как обычно, на картах Таро три подсказочки, три события. На маг-картах семья мы посмотрим ваши взаимоотношения. И, конечно же, на оракуле Ленорман мы посмотрим, на какую область вашей жизни вам стоит уделить более пристальное внимание в этот период. Что ж, давайте приступать и смотрим, что же вас ждет. Башня. Башня говорит о том, что на этой неделе могут у вас быть какие-то резкие смены плана. Может быть, будет уходить из вашей жизни то, что вам уже не нужно. А также это могут быть какие-то непредвиденные обстоятельства, когда вы куда-то опоздали, что-то сломалось. В любом случае, что-то пошло не так. По этой карте всегда нужно иметь план «Б», если вы действительно отправляетесь на решение какого-то важного вопроса, задачи, вы строите серьезные планы, может быть, на выходные, да, и кто-то вас подводит, не приезжает, не встречается, вы по каким-то обстоятельствам вдруг передумали. Вот, поэтому имейте план «Б», и тогда неделя будет не настолько стрессовой, как могла бы быть. Смотрим, что еще. Девятка чаш, но при этом все идет к лучшему, и многие ваши желания и мечты сбываются. Вы наполнены эмоциями, вы испытываете счастье, любовь и самодостаточность. Поэтому, скорее всего, все перемены планов, они будут приносить вам больше счастья и удовольствия. Может быть, вы планировали провести эти выходные в одиночестве или неделю заниматься углублением каких-то вопросов, а тут резко все решается в вашу пользу, и от вас не потребуется столько сил и столько прикладываний труда. Хорошо, давайте смотреть, что еще. Смерть, трансформация. Переход из одной реальности в другую. Действительно, неделя достаточно судьбоносная. Мы видим, что в начале недели как-то по-другому меняется ваша жизнь, что-то уходит навсегда, разрушается, и это приносит вам какое-то некое облегчение, элемент счастья, удовлетворения, и вы спокойно открываете дверь в новое. Вы проходите легко эту трансформацию и понимаете, что теперь, вот спустя эту неделю, ваша жизнь не вернется к прежнему сценарию. Все пойдет совершенно по другому пути, тому, о котором вы мечтали. Что это может быть для вас? Нахождение партнера, разрыв отношений, получение заветного предложения руки и сердца. Может быть, вы устраиваетесь на работу своей мечты. В любом случае, эта неделя судьбоносная и несет вам много удовольствия, счастья, но придется поменять какие-то планы. Хорошо, смотрим, что вас ждет во взаимоотношениях. Во взаимоотношениях все прекрасно. Вы чувствуете себя наполненным, счастливым человеком. У вас есть в окружении люди, которые о вас заботятся, которые вас любят, поддерживают. Также и вы являетесь опорой и поддержкой для своих близких. Поэтому придерживайтесь того же сценария и наслаждайтесь обществом тех людей, кого вы любите на этой неделе. Тогда все будет просто замечательно. Никакие смены планов вам будут не страшны. И мы смотрим, на какую область вашей жизни вам стоит обратить более пристальное внимание в период с 26 февраля по 3 марта. На какие-то траты, непредвиденные расходы, может быть, что-то потребует большего финансового вложения, чем вы рассчитывали. Но в любом случае помните, это принесет вам счастье. Будьте аккуратнее в расходах, постарайтесь продумать заранее те же подарки, те же какие-то эмоции и
убирайте из своей жизни тех людей, кто подъедает ваш ресурс и эмоциональный, и психологический, и, конечно же, финансовый, и временной. Потому что именно вам нужно уделить внимание тем сферам, где вы теряете. Теряете энергию, теряете какой-то ресурс, может быть, материальный. Поэтому уделяйте время именно пристально вот этому фокусу. Что ж, дорогие мои, неделя судьбоносная обещает быть. Я желаю вам прожить ее на позитиве, контролируйте свои расходы ресурсов и, конечно же, наполняйтесь от тех людей, кто вас окружает.